Май 2011 года устюжанка Калерия Сверчкова, как и все жители Гледенской, будут помнить еще долго. В тот день в микрорайоне Барки горели два деревянных многоквартирных дома. Огромные языки пламени и дым было видно далеко от очага возгорания. Калерия Николаевна проживала в одном из этих зданий. После этого жуткого события встал вопрос, где жить. Калерию Николаевны приютили родственники в этом доме по улице Луначарского. Здесь печное отопление, холодный туалет, за водой ходят на колонку. Площадь квартиры чуть больше 30 квадратных метров. Ютятся три человека и эти две милые кошечки. Недавно вопрос с более комфортным жильем был решен. Ой, Господи, спасибо. Проходите, тихонько, посмотрите. Дом на Рабочей был построен в этом году. Метраж новой двушки порядка 55 квадратов. Здесь светло и просторно, высокие натяжные потолки, в каждой комнате поклеены обои, есть санузел и горячая вода. О таком можно было только мечтать. Сейчас эти мечты стали реальностью. И вот торжественный момент. Я вам торжественно вручу ключи от квартиры нашей компании. Вот. И давайте, чтобы у вас все было хорошо, чтобы здесь жить. На Якову квартиру дали, бараки первые, а потом квартиру дали. Муж умер, ребят у меня нет. Вот. Сгорело со мной, так сделалось плохо. А теперь я могу тонет все. Спасибо вам, большое спасибо. После того, как сгорело дом на Гледенской, дом 10, вот она проживала как бы у нас на улице Луначарского 59-2. Вот. Племянника мне дочери. Ну как, ну что ты племянник, я прихожусь. Мой что еще сын, рассказать? Вот условия там, конечно, сын. С этими не сравнятся. Сейчас будет жить здесь. Это лучший подарок к праздникам. В новую квартиру Калерия Николаевна переедет со своими родственниками после Нового года. Руководством холдинговой компании Василием Михайловичем было принято решение о том, чтобы предоставить женщине квартиру, подарить. И в том числе, после того, как мы, значит, к ней съездили, посмотрели, в каких условиях она живет, говорили с родственниками, было принято решение дать ей даже двухкомнатную квартиру, да, потому что бабушка одна сегодня жить не может. Вот, ей необходим за ней уход, соответственно, чтобы за ней приглядывали, да, и чтобы было место в том числе для проживания родственников. Приятным бонусом к новогоднему подарку для Калерии Николаевны будет кухонный гарнитур. Новоселы планируют заехать в новый дом сразу после праздников. Юрий Воронин, Антон Карев, новости провинции.